Андер, осторожно. Вы резкий волкер, блин, если вот на так классно покуряла. А хотела бы на самом деле с тобой дома мяч. Давайте дальше устрим, поел с крем, наматься в кроватку. Тупая. Что вы понимали, я когда в телеге написал, я проснулся. Я хотел через час, там, через полчаса написать. Зря, походу. Типа, зря проснулся, но я заснул опять. А когда проснулся, было уже поздно. Уже я посчитал, что не надо такое писать. Но все равно как-то жарко. Что по градусам? 23. Ну, 23. Дождик вообще обещали. Где? Хотя дождик это не гарант вообще нормальной, не душной погоды. Какая модель вебки? Не знаю. Какая-то за 100 тысяч там. Дорогая, в общем. 100 фрагов на бат... Так, сделал, еще даже не сделал. Сделал, блядь, и уже игру нашло. Ну, кстати, смотрите, что на фейсте добавили. Видите? Эти галочки показывают сразу. Типа, у меня вообще VIP-галочка. То есть теперь все будут знать, каждый игрок на фейсте будет заходить на мой профиль лишний раз. И заходить на Twitch, видеть, что играет против стримера и... Оу, oh, let's go, guys! Игра жизни, поехали! Что, они не хотят так давно играть? Хотя я поиграю, у меня, конечно, стата не очень, но. Ну да, стата не очень, но... Съебался нахуй раз. Стата не очень, но в перспективе. В последней игре я бил неплохо, я помню. Даже в табе теперь у меня отдельная вот эта галочка. А что здесь вообще было? А, здесь я в последнем раунде и съебанул. Я так, я вообще красавчик. Я всех сейчас выебал. Сколько это ВГ лобит? 3300. Против нас какой-то кибер... какая-то 3-4. А, тут всех, у всех 3-400. Плюс-минус. Ну, справедливое лобби. Справедливое плюс справедливое. Блин, я в КС не играл один день, я уже обоюсь с игры. Какая игра хуя. А-а-а, не регает. Ха-ха-ха. Видели? Не регает. Кстати, из позитивного я поменял аватарку. Это значит, я новый я. Прошлый я с КД единичкой пропал. Сейчас новая глава в моей жизни, новый этап в моей карьере, где я играю в КД полтора минимум каждую игру. Ты уже не тот, кто был две аватарки назад. Так, видимо, аватарку менять надо. Типа обнял, если нет, ну то хуёво. Я сейчас в форме. Да я видел. Бля, ну на живые проеб... Или... Ну, вроде за меня люди играют. Ну, разговаривают хотя бы, да? То есть, микрофон не взять, это уже плюс репчик. А. Подожди, что не попало. Ладно, забейте, что я сказал вообще. Лучше бы молчали. За меня 240 вербалабусы ради нее. Ну и, собака. Против меня мод эго. Это вообще... Двое. Почему там в окне вся команда? Почему в окне вся команда, блядь? Вот, ну это мод эго, нахуй, я не знаю, блядь. Красавчик, красавчик. Вся команда в окне у этих долбов. Неудобно сидеть. То есть, люди, которые пушат коннектор, решили меня не пушить. Почему не пушат? У чела 100 хп в коннекторе, он меня не пушит. Он встал, блядь. Стоят 10 секунд, ждут меня, ебать, секунды, блядь. Ладно, я, короче, понял. Я с Next игры секретную разработку делаю, блядь. Я осознал, в чем проблема. Осознал. Надо сказать, гранат нет особо, надо смычок купить хотя бы один. Да, а за что? Андер живой. Кон один был. Не, ну по ощущениям. Ну, конечно, конечно. Да. Я ебал твою маму. Что делаешь с этой инфой? Я ебал твою маму. Вот так оно и было. Я ебал твою маму. Андер, осторожно. Вы резкий волкер, блин, если вот на так классно покуряла. А хотела бы на самом деле с тобой дома мяч. Давайте дальше устрим, поел с крем, наматься в кроватку. Ну, блин, тупая, блядь. Знаете, кто мне это донатит? Мой монтажер, который прошлый видос сделал. Он, видимо, сейчас на блессе, я не знаю, деньги появились, донатит мне от нейронной сети, блядь. Маша, Няша. Ну, я уже рассекретил эту личность, ну как я? Он сам рассекретил. Ребята, ну как это? Ну как это, так это? Ну почему я умираю из-за того, что у меня дезинформация поступает? Я недоволен, на... Ну давай, эгоист. Позорно. Там же справа. Убил. Распишись. Кстати,
Чтобы вы понимали, когда я фильм смотрел, я донат уже офую. И мне чел там донатит во время фильма. Это мой первый донат. Рад, что типа, этот донат совершил я тебе. Я его, даже не прочитал, нахуй, потому что у меня офнутые донаты были. Он там роспись попросил, я расписался. Вне очереди. Спасибо. Типа, плюс репчик выразить. Тимо, ты что, дурак? Так какому он говорит, ты вообще говоришь, блин? Я вообще-то Маша, Няша, твоя девушка. Ты что, вообще дурачёша? Пиздец. С каждым донатом этот голос как будто прогрессирует и становится все более уебищный. Он в прогрессе. Стоп, это же искусственный интеллект, да? Так он может нахуй устроить... Как там это называется? Короче, стать самостоятельным лицом. Заиметь свой интеллект. Стать типа роботом. И это будет уже настоящая женщина, почти только робот. Зацените. Ну да, конечно, я это знаю. Не, сейчас войду. А, так он не в китчене. Команда дерьмоедов, как обычно, блять. Ну это вообще не китчен, даже не близко, блять. Ну был, но видимо на скоростях, на спидах пришел по-быстренькому. Смотри топовые спортивные и киберспортивные события на таком сайте, как 1x. Регистрация за секунду, удобное мобильное приложение и широкая линия. Мой промокод позволит тебе залутать до $520 на первый депозит. Ссылка и промо в закрепе. Еще в описании будет инструкция для тех, кто реально хочет забрать деньги. Опусь акции и зарабатывай вместе с нами. Спрей не пошел? Да я не знаю, у меня что-то вообще не идет, но у меня КД единицы алло. Есть. В целом меня вообще не ебет. Understairs, чел, джангл. А что я делаю? Джангловик. А что я делаю? Ребята, ну а что зеленый делает? Бля, киньте моликом и не ебите мозги просто, что вы делаете? Тише. Ладно, короче, нужно это. Но он выиграть может, если будет гранаты юзать, но он не юзает ни одной гранаты, вообще похуй. А там чел на авике вообще в шорт убежал, блять. Идиот ебаный. Не знаю, это тип, если что, у него за 9 раундов 19 фрагов, знаете, сколько у него ВГ? Но ВГ-то у него 21, конечно, блять. Он уже своего ВГ за 10 раундов набил за 9. Ну, авик это я, походу, я не знаю. Там сын, блядь, тупо играет. Ну, я не знаю, у него просто 4, блядь, раунда выиграли они, 4 МВП у него. Я не знаю, у него игра просто идет пиздец. Пёртое уёбище, ну вот, вот, классический мираж против соло прем гуля. Классический мираж, блять. На любой другой карте сос нереальный будет от него. Бля, нахуй я эту карту вообще ставлю? Это ж карта для реальных долбоебов. Но я не такой, я не долбоеб. Я не могу играть с людьми с IQ меньше 50. Мне нужно карту менять срочно. Я не могу на этой карте играть. Блять, у них два авика в одной позиции. Тикет лоу. Вот он керит мне карту. Я хуй знает, там вообще тупицы играют какие-то. Нет, я даже не старался, видите? Ну я же говорил, я раунд выиграю. Вы думаете, я пиздел? Нет, конечно. 1-3 без армора, блять. Зик убил. Ну все, началась моя игра. Вот тот раунд 1-3, это была критическая, если чё. Я не знаю, а где на А люди вообще? Это... Ебать! Что за хуйню? Вот как можно такой выстрел поставить в голову вообще, блять? 19 ВГ, уёбище. Какую-то хуйню просто регнуло ему. Ну это вообще пиздец. Бля, я ебал его маму нахуй. Ну реально. Не верите? Охуенный выстрел. У меня так все идеально было, блять. Ну это пиздец. Они играли... Они 0 бейс, что играли вообще. Идиоты ебаные. Ну вот, это классический мираж. Тут люди не играют, ну, как надо. Тут люди играют просто как... Как пойдет нахуй, куда они побегут, туда и побегут. Потому что это мираж на преме нахуй. Голова don't doesn't work, блять, просто и все. Она нахуй, в принципе, не нужна. Ну и потом бежит. Бэпс и упал лохта. Справа в окне. Блять. Он просто бежит при своей. Ну это просто конченый ебанат, я не знаю. Ну вот я не. Нахуя я вообще мираж в поиск ставлю? Я всегда разочаровываюсь в людях, когда играю мираж. Абсолютно всегда такое. Играть в мираж это же вообще пиздец. Вот один тот. Но с другой стороны, если бы я стрелял в этом раунде нормально, я бы убил типа просто на халяву и все. У них, кстати, чел на первом тайме перестал убивать, они ни одного раунда не взяли, по-моему.
Бля, я только начал двигать. Я не знаю, мне так 20 раз не повезло. А ну-ка. Я встал, чтобы понимали, на секунду, перед тем, как пикать, потому что у меня команда какие-то звуки начала издавать. Не получилось. Я нихуя не услышал, блядь. Потом я пикнул, типа, увидел, но уже отвернулся, нахуй, ноль шансов. Начал идти, он уже полез, блядь. Да мне поебать, мужик, съебись. Не знаю, классические анлаки, бля, не знаю. Ну я вот реально в проклятии, я в проклятии, нахуй, я... Бля, и третьего туда же, вы что, ебланы, нахуй? Я зол. Ну проебали, нахуй. Я зол, все, блядь. Ну я зол, пиздец. На все, блядь. Опять мне тайминги в голову ударили, нахуй. Ебать, я мусор. Еще мидл. Убил это с рампы. Еле-еле зажал, нахуй. Дайте пострелять. МК. Такое надо кому-то? О, дай мне. Бля, я сейчас такую грязь сделаю, ай! Ай! А, блядь, А, нет. Мид вышел за коробки один. Бля, он такую грязь хотел сделать. Бля, я хотел просто всех убить, но у меня прицел... Ну как мне желтый прицел на фоне желтой хуйни, блядь, стрелять? Сайте еще. Бля, ну я по кувшинам жестко стреляю, почему я по людям не могу жестко стрелять? Кувшины же вообще не особо, блядь, ну типа разница. Примерно такие же, ну, как голова. Почему я такой хуёвый не по кувшинам? Вот тут, блядь, сейчас есик по одной пульке. Вышли, 90 бежит. Жаль. Подгон несут, уже клоу. Сука, сын хуйни, блядь. Бля, ну, кстати, я если чё, отвечаю. Если бы тут 5 людей так вышли, я бы всех по одной удалил. Я бы всех их с одной убил. Жаль, только один чел вышел. Ну меня сквозь смог с одной пули, блядь. Ну классика ебаная, классика, блядь. Конечно. Там не с одной, но там чел зажимает, видишь? Одна попадает пуля только, одна рандомная в голову, блядь. Не с одной еблан. Да вы вообще не тут, нахуй. Зажим весь мимо, одна пуля попадает мне в голову, блядь. Значит, одна пуля в голову. Ни одна в тело даже не предупредила меня. Я думал, враг сэндвич. Классический обход в мейн по таймингу, по звукам. Но, к сожалению, братишка, ты переигран. Мы левелом выше. Тимур, такая ситуация. Чё, конец света, метеорит упал. Всех расхуярило, нахуй, пиздец, без шансов. А на земле остались живы только ты и твоя мать. Как бы природу и инстинкты не обманешь. Ты ее выебашь. Нет, конечно. Я не нуждаюсь в такой хуйне, понимаешь? Меня... Ой, все, нахуй... И, бля, что за вопрос, нахуй, иди вообще? Вопрос с этической точки зрения вообще неправильный и неуместный. Иди нахуй. И к тому же нет. Всё, вот, вот мой ответ, блядь. Природу можно обмануть, если ты имеешь, ну... Если ты умеешь. Я умею. Все. Вы только не говорите, что они три паузы ебанут, блядь. Или они, может, его кикнули, сейчас ебанут три паузы, чтобы его забанить? Или по какой причине это вообще хуйня делается? Блять. Ага. Таких мы. Бывает. Да бля, у меня просто твари в команде. Что? Я у челов просто паранойя, шиза, нахуй, все. Все у них в комбинации. Ой-ой-ой. GG. Ну вот, 23 на 14 в первой же игре разминочный. Причем, где мне не везет с таймингами, не повезло вообще ничего. Ничего себе у нас там перепалка в команде. 3-400, сучка, сын жабы и... Вало... Что, блять? Ни флеш не может кинуть, ни хуй.